Fight. Здорово, Никитос, здорово. Ну, откровенно говоря, червяк Джим нас подвел. Вот. Потому что оказалось, что пароли там вводить нельзя. То есть ты получаешь парольницу, и вводить ты не можешь потом. То есть она только сохраняет на текущий прогресс, что вообще наркомания полная. Потому я стримы поджиму. Так, а там нету сохранений. Как ты сохранишь на SNES? Вот. Потому, собственно, Джим у нас удаляется в долгий ящик, и мы будем отмечать сегодня 30-летие Mortal Kombat. А отмечать мы будем сегодня, проходя Mortal Kombat Trilogy. Вот. Я не скажу, что я великий игрок Mortal Kombat. Вот. Потому играть мы сегодня будем... Нет, Джим не поддерживал. Да он, по-моему, на Сегу нигде не поддерживал. Только на Соньке была возможность. Ну, там и то пароли давали. Так вот. Будем в МКшечку сегодня играть. Вот. А проходить будем... Значит так. У нас здесь что у нас? Новичок, воин, мастер и чемпион, да? Давайте посидим, погамаем, поговорим. Вот. И будем столбцы не спеша проходить просто. Играем мы сегодня в замечательный порт. Блин, а что, управление не настроено, что ли? Смотрю на какой-то... все, я понял. Я управляю, у меня на директ импуте пад был. Надо геймпад перелавливать. Так, ребят, 5 сек сейчас. Кабель возьму, отпада. Так, ну что, кабель взял. Что у нас там дальше? Чатик подкинули. Ну, погнали, я надеюсь.
Сейчас игрушку перезапущу. Гамаем мы сегодня версию для ПК, которая вышла в ГОГе, которую я очень хотел купить, даже без скидок, но ГОГ нас послал. Вот, потому мы сегодня не удел. Точнее, как мы сегодня не удел. Мы удел, но мы сегодня пистолетим. Я не стыжусь в этом признаться, потому что, допустим, в Стиме игру не завезли. Вот, так что... Увы, я. Имеем, что имеем. Никитос, почисти, пожалуйста, сообщение от вот этого чулювека. Потому такой расслабляющий вечерочек, поиграем. Вообще, Mortal Kombat Trilogy был в списке, вот, а я почему-то совсем за... Я его и включил, потому что был ну, знал, что будет юбилей МК, вот. Но как-то что-то сдвинул, а потом в субботу уже читаю, что юбилей МК, думаю, а нафига я тогда морочился? Далековато. Тот самый переделанный Джонни Кейдж. Ну ладно, тогда не будем морочиться, продолжаем. Я помню, Trilogy, я его в первый раз вообще на дровах увидел. Вот, но как-то какого-то впечатления сумасшедшего он на меня тогда не произвел. Я как-то тогда в голове, ну, подумал, блин, ну это ж по сути тот же ультиматум. И как-то... Я знаю, что мой друг Серега, вот, они ходили играть с моим одноклассником Толиком, к сестре Толика, она тогда как раз... была, как это правильно назвать, оператором, скажем так, на вот этих, на PlayStation'ах, вот, на Жукова, у нас в микрорайоне, вот, и они там играли на халяву, но играли, я так понял, принципиально, во что хотел играть Толик, ну вот, и Серега как раз мне рассказывал о том, что они играли на дровах, в ультиматум, что это классно, в принципе. Но я как-то не был воодушевлен. Ну, типа, ну да, ну сборник всех бойцов. И долгое время, кстати, я относился к этому так. Ну вот. Так что... Тем более я как-то чуть-чуть подразочаровался в плане того, что я думал... что здесь есть все скины персонажей, а здесь только на избранных персонажей скины. То есть вот на Кана есть, там, по-моему, на Шансунга, если не ошибаюсь, или ошибаюсь. На Кана, на Кунлао, еще там на кого-то. Вот, и как-то, ну, честно говоря, мне это не очень понравилось. Кана, Джекс, Кунлао и Райден. Никто у нас не говорил Райден. Я до сих пор не принимаю этот вариант. У нас все говорили Рейден. Оу. Все меня как бы печалило. Ну и естественно потом как-то я уже попробовал на Соньку поиграть. Но... А! Есть!
вырвал. Вот. Но это вот как раз Никитос говорит о том, что не у всех все было одинаково, так как любят наши любимые ностальгуны. Ой, у меня так тоже было. Не могло так у тебя быть, видишь? И, соответственно, у всех по-разному было. Это лишний раз подтверждает. Так что... Вот. Ну, естественно, я потом поиграл на PlayStation, и меня дико бесили загрузки. Я вот человек, который, видимо, привык играть в Mortal Kombat, на старых консолях, и не слышал о слове «загрузка», естественно, на своей Mega Drive. Вот, меня это прям бесило. Прям вот, можно сказать, что я и не любил Mortal Kombat на консолях. Ну, скажем так, на дисковых консолях, за то, что там были загрузки. Это прям вот дикая лажа. Потому что как бы... Саджакс попробует поиграть. Потому что как бы... Ну это глупо. Ведь по сути, там большую часть занимали именно аудиодорожки, если не ошибаюсь, трилоджи. Всю игру, по сути, можно было в оперативку загрузить просто PlayStation. И все это, ну, чисто техническая недоработка. Блин, вот это у меня навтыкал. Техническая недоработка. Что еще мне нравится в трилоджи, я вот когда пропистолетил, понял, что здесь нету контов. Ну, попыток. Ты тупо играешь, как бы себе в удовольствие. Хоть 20 раз ты проиграй. Вот. Ты как бы... Нету вот этого ограничения дурацкого, которое я никогда не понимал. О, анималити. Прям Лойс. Вот за это прям Лойс. И... А, нет, четверка. Четверка была последняя МК, которая вышла и на ПК, и на консолях. Потом же Mortal Kombat в длительную оборону ушел. В длительную оборону эксклюзивов. Вот. Ну как бы четверка для меня вообще ничего не значит, потому что я ее фактически пропустил. Но играл я в нее. Причем вообще случайно я с ней встретился. Я, естественно, журналов не покупали. Ну, вот эти все новых реальностей и прочей лабуды. И мы отдыхали в санатории. Я, по-моему, рассказывал эту историю. Вот, про игровые клубы, когда был у нас подкаст. Вот, и как раз в этом санатории там был дисочек с Mortal Kombat, с четвертым. Вот. И вот там я как раз, по-моему, впервые поиграл Mortal Kombat 4. Дико бесило то, что я помню, ну... Я так и не понял, как играть. Потому что я привык, да, там ты, о, супер-мега-знаток, благодаря книжкам, вот, на сешке. А там ты ничего не знаешь, хотя там же есть в менюшке, по-моему, если не ошибаюсь, приемы, все-все-все-все-все, вот это есть. Но мы не доперли, мы же привыкли, что... Я думаю, мне Никитос как-то подсказал идею таких роликов, которые, ну, я их буду называть компиляция. Вот, в которых я буду рассказывать, как я играл в какие-то определенные серии игр. Я вот думаю, может быть, до Mortal Kombat мы тоже дойдем. Я не забыл, Никитос, про черепах. Вот, ты просил, я помню. Вот. Потому, соответственно, и, наверное, как-нибудь про каждую часть Mortal Kombat я расскажу, как я играл. Вот. Но, опять, там будет не все. Вот. Потому что, допустим, PS2 эру я вообще пропустил. То есть я уже, ну... Когда я впервые эти части поиграл, я думаю, это никому уже не интересно, не будет. В 2010 году. То есть, ну, смысл. Вот, потому какие-то рамки все-таки, наверное, будут. И буду рассказывать чисто компиляции. Это будет тоже в формате подкаста воспоминаний, но вот
Рубрика в подрубрике будет. Навтыкивают сейчас мне по полной. Кабал вообще нещадно мочит. Ну, я говорю, мы сегодня пройдем на навайсе, на новичке по-любому мы пройдем сегодня игру. Я просто на расслабоне. Ни для кого, я думаю, тоже не секрет, что в Mortal Kombat, как и в Street Fighter, есть, допустим, тоже как такая, ну, я не знаю, ошибка это в механике считать или не ошибкой. Тоже есть такие моменты, когда один боец удобнее, чем другой. Ну, для схватки с кем-то, да, там. И вот я не помню, кто там Кабала гасил, кем удобнее играть для того, чтобы загасить Кабала. А так пускай гасит. А по поводу выпуска в Гоге, как я уже сказал, ну не получилось заполучить копию, что вообще меня расстраивает. Вот. Но, что характерно, если кто-то, ну, живет в других регионах, да, там в Казахстане, где Гог не заблокирован, я бы посоветовал купить. Просто охрененную работу они проделали. Вот. В плане адаптации. Потому что тут даже, ну, спокойная игра видит современные геймпады. Там есть настройка очень удобная. Все просто для людей. Ну, просто, блин, ну нету слов. Адаптация, точнее, под современные системы обалденная. Я когда поиграл вообще в первый раз, прям суперски. Причем она у меня идет на старом ноуте, на XP работает. Я удивился вообще. И на семерке работает, ну и на десятке, соответственно, по-любому работает. То есть она еще на несколько систем. Ну вот, меня прям вообще поразило. Потому что были какие-то любительские сборки, но опять же, там они американские были, они пытались соблюдать авторский, соответственно, у вас должен быть оригинальный диск, вот это вот, ну все, вот, как бы, ладно, мы сейчас будем нещадно играть за Motar. Я помню, вот это было самым главным удивлением, когда я увидел Trilogy, что можно играть за боссов, то есть Шаокан мог сразиться с Motar, Kintar там и так далее, это вот вообще поражало. Вот это был единственный, наверное, плюс, по которому я запомнил Mortal Kombat Trilogy, что, ну вот, можно было исполнить мечту детства. Ну, мы сегодня чуть-чуть пошалим. Я думаю, не один я такой был, который реально мечтал поиграть за какую-нибудь гору против, там, не знаю, Шаокана. Единственное, хочу сказать, что, наверное, все-таки, вот, не знаю, может быть, для меня время остановилось. Mortal Kombat так и остался как, вот, игрой 90-х, по крайней мере, для меня. На PlayStation 2, я же говорю, я пропустил. Потом, конечно, был для меня намек в девятке, да? То есть я прям почуял, думаю, ну вот это возврат к корням. А потом, ну, он начал реально просто эту девятку обтягивать графонием, но ничего не менялось, как по мне. Вот. И я считаю, что серия после девятки опять топчется на месте. Никитос пишет, на Сеге тоже можно с кодами. Я эту фишку читал, но, насколько я знаю, она богоюзерская.
Вот, и никто не исключает там зависание игры. Потому как-то так. Причем я последний вот только Mortal Kombat не покупал. Допустим, девятка, она у меня есть, купленная в Стиме. И десятка есть, но вот одиннадцатую я не брал. Потому как по мне, МК это все-таки так и осталось феноменом. Игра, которая осталась феноменом 90-х. Ведь у нас фактически ниша файтингов так после 90-х никем и не занималась, если так взять, ну, серьезно. Тут Шаокан вообще зло, мне кажется, он злее, чем на Сешке. Вот, потому что что вот сейчас выходит? Все те же там Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, то есть никто так и не смог, никакой игрок не смог появиться такой на рынке, который смог бы преодолеть, да, вот это все. И ты так смотришь на все на это, ну, типа. Я вот не знаю, надо было одну фишку попробовать. Из 90-х, кстати, тоже. У меня когда появился только Mortal Kombat, по-моему, я даже когда-то об этом рассказывал. Ультиматум, естественно, на Сешке. Я не умел толком биться с Матара. Хотя он там забивается в прыжке ногой буквально. Вот. Но тогда как-то, ну, не получалось. Вот. И сосед мой, один из двух братьев, Леха, он мне научил одной такой фишке простой. Он говорит, ты просто стой и кнопку А нажимай постоянно. То есть, ну, ты просто будешь... Или X, по-моему. Ну, или А, или X. Короче, удар рукой, неважно, верхний, нижний. Вот. По-моему, все-таки обычный А. И он просто, говорит, будет на тебя прыгать и биться, ну... Просто будет биться от тебя. Ладно, сейчас будем его... Вот. И я, короче, эту тему юзал реально, и она всегда помогала. Ну, по крайней мере, на Сешке. Ничего не могу сказать про другие консоли. Вот, можно было просто стоять и Матару бить руками. И он проходился в легкую вообще. Файтинги сейчас их прибыли не приносят, поэтому даже Sega новый Virtua Fighter уже лет 15 не выпускает. Вполне. Вполне может быть, но смотри, прибыли не приносят, но Street Fighter тот же и Mortal Kombat печатаются, ну прям на ура. Соответственно, как бы, ну. Понятно, что это раскрученные бренды. И Mortal Kombat не сказать, что как-то пытается обвеситься, да? Ну, точнее как, у них попытки есть в виде полнометражных мультфильмов. Что там еще у них? Фильм они выпустили, но это такие потуги. Вроде они как пытаются какую-то вселенную создать. Вот. Сейчас будем нупсейба там гасить. То есть заработать фактически, ну там, пытаясь какие-то сторонние продукты замутить. Но как-то у них не очень и выходит. Капком хотя бы раньше на Street Fighter анимешки делали, ну, подготавливали полнометражки, которые объясняли там суть игры. Сейчас они даже этого не делают. Вот, по-моему, последняя анимешка была к четвертому Street Fighter. Я не знаю, к пятому, по-моему, и к шестому ничего не было. Плюс я смотрю, там к шестому они типа замутили тему с этим. Я так понял, можно будет создавать своего персонажа. Ну вот, мне, допустим, эта тема вообще не интересна. То есть, создавать своего персонажа, это как в Mortal Kombat, в каком-то такая тема была, кстати. По-моему, с четвертого начиная. Но мне вот вообще это никогда не... Допустим, еще в каком-нибудь симуляторе рестлинга, да, в Смакдауне мы там прикалываться любили. И открытый мир запихнули. Но это они запихнули, наверное, насмотревшись на Mortal Kombat. Там сюжетка, вот это вот все. Мне тут навтыкают, ну да ладно.
Не, я не люблю вообще вот. Это я, ну, не знаю. Опять же, может быть, потому что у меня этого просто не было в детстве. Мы, допустим, вот с Серегой, когда ходили в Смакдаун играть, обычно как делали? Играем, ну там, сезон там или еще что-нибудь. И когда уже там остается, ну уже устали играть. И остается там времени чуть-чуть, вот когда мы ходили в игровые. Мы тогда начинали, да, вот этой ерундой маяться созданием борца, потому что времени-то, ну, время идет, а режим создания бойца, да, он как бы требует какого-то, как это сказать, не то что внимания, а требует, ну, доходчивости там. Хотя мы там прикалывались по полной, там доходчивости-то ноль было. Вот. И, соответственно, мы как-то не особо любили тратить на это время, ну и, соответственно, деньги. Тем более у четверки, мы вспомнили за трилоджи, за четверку. У четверки вообще какая-то интересная судьба. Они делали этот голд, сделали этот несчастный... Ну как, не несчастный, игра-то стала лучше от этого на Дримкасте. Там же Mortal Kombat Gold с добавлением персонажей. И что самое меня удивило, почему они это не сделали на PlayStation. То есть, я не знаю, ну может вот Никитос, знаток PS1, может он что-нибудь ответит на это. Я не знаю, почему Gold не сделали на... PS-ки. Почему она так и осталась эксклюзивом? И почему такое название странное? Gold. То есть не Ultimate, да, какой-то Gold. Ну, для Mortal Kombat вообще не название, по-моему. Так, ну что, на Vice прошлись, чуть-чуть попробуем. Я думаю, на чемпионе мне задницу надерут, но вот, думаю, еще столбца 2 мы пройдем. Тем более сидим хорошо. Порубаем. Я, правда, уже, скажем так, стал дрищом, потому что раньше я больше приемов помнил. У меня был какой-то очень большой перерыв, когда я не играл в Mortal Kombat. И фаталики я помнил вот это со взрыванием мира за смоука. Второе не помнил со сбрасыванием бомбы. Вот сейчас, ну, прям реально я могу сказать, что я дрещинул в Mortal Kombat. Потому что на PS1 уже был МК4. Повторно выпускать не было смысла. Да и дополнительный 5 перцев их заставки на могли не влезть. А может контракт был Sega эксклюзивный. Может быть, не знаю, вот почему я у тебя и спросил. Я не в курсе, как там было. Да, носитель-то на сешке, точно, вот это ты подметил. Носитель-то на сешке больше-то был. Но опять же, больше он был на лицензии. На пиратке он также был 700 метров. Мы проходили когда-то четверку, по-моему, версию для ПК. За одного, по-моему, персонажа мы прошли и посчитали, что хватит. Вот Gold можно тоже когда-нибудь будет на Дримкасте бомбануть. Правда, я не знаю, есть ли смысл. Потому что я вот в него я тоже плохо играю. Кто говорит, я бы позырил. Ну, я посмотрю. Я думаю, в этом сезоне у нас уже достаточно файтингов. Но я запишу, Никитос. Вполне возможно, не загадавший, на потом откину. Загадывать опасно. А то у нас уже второй файтинг получается за ближайший месяц. Ну как бы с Морталом понятно, что как бы юбилей тут никуда не денешься.
А так как-то я, когда на Android приставку эмулятор, ну точнее, навесил там, и решил, думаю, дай-ка я скачаю туда все Mortal Kombat для PlayStation. И я как-то удивился, я то ли забыл, то ли я и не знал, я так и не понял. Я удивился, что на PlayStation был Mortal Kombat 2. Вот это прям для меня взрыв мозга был. То есть там первого не было, что странно. Вот, почему они, допустим, не сделали, как Сешка, допустим, сделал. Сезон файтингов, нет, сезон файтингов это просто нереально сделать, по-моему. Это надо во все файтинги играть, в хорошие, в плохие. В Японии был? Не в курсе, не в курсе, я проверю. Проверю, чекну. Я знаю, что на Sega CD, да, первый был. А вот, по-моему... А, про МК Дава, да. Вот я его и скачал. Второй, третий, трилоджи. Ну, четверку не стал туда рисать, потому что я ее не люблю. Вот. Второй, да, я удивился. Я удивился, я просто не знал. То ли не знал, то ли забыл. Вот, и прям... Был поражен как бы этим фактом. Устарел, ну я же говорю, опять же, как устарел. Я не помню, в каком году на Sega CD он вышел, в 93-м или 94-м. То есть, как бы, Сонька могла бы подхватить первый МК, из, ну, аркадным, аркадный именно, и перенести его, как было с Final Fight, допустим, тем же на Sega CD, но почему-то... Блин, зачем я сингл взял, я и вообще не умею играть. И не помню уже ничего, как что-то вперед-вперед, а, по-моему, да, все, я... Полтора приема помню. Это вот меня, кстати, очень печалит, вот эта вещь. Когда выходит серия, как сказать, полторы игры из серии, скажем так. Вот когда я увидел, допустим, ну, когда на Dreamcast GDM уставил, я такой думаю, так, надо залить Tomb Raider. Сижу. Начинаю, ну там, смотрю, значит, Википедию открыл, список игр на Dreamcast, все т.д. Перебираю, ну, что мне интересно. Думаю, надо залить Tomb Raider. Смотрю, Dreamcast, Tomb Raider, Last Revelation, Хроники, все. Я такой сижу, думаю, блин. То есть, вся серия выходила на PlayStation 1, ну, вот классическая, да? И на Dreamcast две игры, и ты такой, опа-на! Или, допустим, тот же Обитель Зла, да? Первый упустили они, забили болт. Вот. При этом смотришь, вторая, третья у них есть. И ты такой думаешь, ну, ребята, ну как же так? И меня это прям, ну, расстраивает до сих пор. Тем более, размер позволял выпускать какие-нибудь бандлы там. Там место, ну, по-любому оставалось. То ли они взяли, отталкивались от того, что он у них, в принципе, выходил на... Что он у них там? На Сатурне, по-моему, был Обитель первый. Ну, вот. Я как-то, ну, этот факт меня до сих пор расстраивает. Я понимаю, что Dreamcast он прожил мало, но, опять же, если посмотреть список игр... Там на него до хрена вышло за вот эти несколько лет, которые он прожил. Ну. Тогда старые игры переиздавались только если показывали какие-то огромные продажи. Никитос меня просвещает. Я говорю, Никитос может знать больше, чем я. Это по-любому, потому что, во-первых, он играл тогда в актуальные консоли, а я нет. И читал журналы, а я нет. Ну вот, потому я всегда консультируюсь с Никитосом. Потому что мое мнение немного субъективно. Ну вот, как-то, не знаю, но я считаю, что и первый Обитель, вообще его больше всех люблю из классических. Я считаю, что у него продажи не маленькие были, потому что они, ну, тогда игры... На ПК приходили как раз тоже из-за космических продаж. И первый резик на ПК выходил.
как и второй, и третий. Вот. Вот, допустим, Gun Survivor, он был только в Японии первый на ПК. А трилогия вся была. То есть, как бы, первая часть тоже продал. Ну, вот, можно вспомнить, конечно, это плохой пример, но все же. У нас Акела, она тоже хитрожопа как-то сделала. Она выпустила вторую часть и на диск со второй частью запихнула еще первую часть. Без перевода, без локализации, но запихнула. Там еще приписочка такая была. Плюс Resident Evil 1. Она, конечно, Акела молодец, выпустили его уже хрен знает когда, и зачем-то на двух разных дисках. Я не знаю, почему нельзя было там... Точнее, в двух разных коробках, там-то Обитель был на двух дисках второй. А, тем более второй, он у нас на DVD, по-моему, уже Акела его выпускала. То есть там, если файл-образ посмотреть, там гиг 35. То есть там всю трилогию можно было, но это для продаж, скорее всего. Там всю трилогию, по сути, можно... Блин, а что если... Шаокан будет играть против Шаокан. Блин, ну, наверное, не получится победить. Ну, ладно. Тоже интересный вопрос. Но я книжку недавно читал. Первая РЕ хорошо... Вот она у меня лежит, эта книжка. Я все никак до нее не доберусь. Хорошо продавались по меркам того времени. А вторая просто космически. Ну... Я с этим не спорю. Безусловно. Но я все равно считаю, что продажи были хорошие. Если бы продажи были хорошие на консолях, точнее, ну, не плохие на консолях первой части, вот, или средние, она бы никогда в жизни бы не вышла на ПК. Потому что я согласен с тобой, тогда самое такое попсовое, оно издавалось, да, не сразу. Тот же Metal Gear. Я вот сроду не знал, когда вот только начали, увидел, что его собираются в ГОГе переиздать. Я такой, что, Metal Gear на ПК был? Вот. И реально мне тогда Леха разжевал, что да, выходил Metal Gear на ПК. Я прям был удивлен. Вот, Metal Gear даже был на ПК. То есть все вот это попсовое, оно выходило по итогу. Просто в России тогда пекарей было мало. Обычно, точнее как, они были, но там я вот смотрю часто ролики на ютубчике, они в основном все сидели на старых пеках, на 486-х, то есть, ну не могли они себе позволить там обновлять ПК, ну хотя бы как сейчас. Вот, и возможно потому и многие не играли в эти игры на ПК, в того же Обителя, в тот же Metal Gear, потому что сидели на старых пеках. У меня друг есть, они... В 95-м, по-моему, купили первый пень. И это прям считалось, что они прям, ну, супер-сверхбогатые люди. Вот. Что прям просто поражало. Но после этого этот чувак, он сидел, короче, на этом первом пне лет то ли 8, то ли 9. То есть они ни на второй, ни на третий проц не переходили, да? На пень я имею, второй, третий. Вот. То есть это как бы, ну, роскошь тогда была. Компьютер. И многие не играли, просто-навсего, ну, в тот же резик. Дешевле было, наверное, консоль купить, чем новую пеку, чтобы поиграть в резик. Ну, вот. О чем мы говорим? Вот тот же Trilogy, в котором мы сейчас играем, он у нас был на пеке. Правда, на пиратке его там тоже издавали как-то через задницу. Был, ну, была чистая версия с третьей частью. Но я встречал в локалке, правда, уже, ну, сборник. Там досовские игры были забиты, и как раз вот МК Trilogy. Ну, я считаю, что... Можно было переиздавать, можно. И покупатели бы нашлись. Я думаю, компания Capcom бы не обеднела, если бы она переиздала резик. Но с другой стороны, есть, конечно, если так мозгами пораскинуть справедливо, да? Возможно, уже тогда у них была идея, задумка или какой-то бизнес-план, что они
На следующем поколении консоли свяжутся с Nintendo какими-то контрактными обязательствами и выпустят просто ремейк первой части. Вот, может быть, потому они не спешили. Ну, у меня такая мысля просто в голове есть. Может быть, это план такой был, задумка. Потому они и так подумали, ну и нафиг. Нифига, их тут три. О, вот это я ввязался. Да, ты под экран куда-то улетел. Хорошо, хорошо, постараюсь, как время будет. Я говорю, у меня вот это вопрос времени. Это актуальная тема. Потому что, я говорю, уходя в 6 на работу и приходя в 6, уже как-то ничего не хочется. Коли уж там много, я какими-нибудь мамонтами поиграю. Ох-ох-ох. Веха. Смотрю я на все это и понимаю, что это веха нашей жизни все-таки. Все эти остальные Mortal Kombat, ну, по крайней мере, я так сам я чувствую, это не про нас. Как сейчас с доступностью информации, да, там нету никаких проблем, а раньше. Как, вот я до сих пор пытаюсь вспомнить, кто у нас сказал. По-моему, это Толян был в классе. Откуда, ну, чтоб, откуда взялся Саб-Зиро? Второй, младший который. Я помню, когда это словосочетание услышал, мне оно сначала каким-то комичным показалось, несмотря на то, что я был второклассником. Ну, типа, Саб-Зиро младший, что за бред? Типа, ну, знаете, как младший брат, там, живут люди, там, ну, там, семья, да, и там есть старший, младший брат. Вот, а потом, когда это правда оказалось, ну, я прям помню. Это полностью это вот для меня подтвердилось во втором фильме, когда он там говорит Люкангу, типа, ты убил моего старшего брата. И прям тогда такой, о, это правда. Ну, прям уже стопудовое. Потому что я всегда все вот эти высказывания подвергал сомнению, пока их сам не проверю или мне не докажут обратно. Потому во всякие вот эти мультики, в ну погоди и прочее, я никогда не верил. Вот. Ну, как бы... Шаканы оказались сильнее. Да и в России у нас до сих пор, я в принципе считаю, что Mortal Kombat, он как-то особо и не представлен. Сейчас мы... что я играю и вспомнил, что вот у нас за все эти года, даже сейчас, когда как бы поп-культура, можно сказать, ну и все еще на какой-никакой волне, вот, если так мозгами пораскинуть, что у нас еще... Кроме комиксов по Mortal Kombat выходило вот за эти года. Mortal Kombat, и то по Mortal Kombat X. Допустим, классику никто там от Malibu Comics не переиздавал. Так, если подумать, у нас ничего и нету. То есть мне кажется, что все равно фан-база по Mortal Kombat, она тоже маленькая в России. Хотя он у нас очень популярен. Что у нас чешется? Еще раз попробовать с телепортом побаловаться. То ли просто азбука, когда комикс выпускала, она, ну, как бы... Она его весь выпустила по МКХу. Но, может быть, продажи... А может быть, это так... Я знаю, что когда
они покупают, ну там, точнее, как заключают договора с издательствами, им в довесок дают какую-то лицензию, которую, ну, они обязаны сдать согласно договору, иначе просто на уступки, там, по покупке какой-нибудь серии не пойдет издатель зарубежный. И, может быть, просто Mortal Kombat был такой серией, которую, ну, в довесок дали. Но я сомневаюсь. Тогда X только вышел, и, скорее всего, они целенаправленно его приобретали, пытаясь на нем заработать. Вот. Но почему-то на этом все и кончилось. И каких-то вот, скажем так, сторонних каких-то вещей по Mortal Kombat я и не вспомню больше. Да, фильмы выходили, естественно, и то только на DVD. На Blu-ray у нас Mortal Kombat в России так никто и не переиздал. Что у нас там еще было? Все, и комиксы, вот, по-моему, по MKX. Не знаю. Хотя я считаю, что у нас... Когда мы обсуждали с ребятами, что, ну, почему там Street Fighter за рубежом так популярен. Фига, перебил. Что как бы и вот... Почему-то у меня вот выражается в мысли, что фанбаза все-таки не так велика в России Mortal Kombat. Потому что куча издательств, и только вот Азбука почему-то выпустила чуть-чуть. Побаловала нас. И на том и закончила. Так что... Уи-ах. По поводу Джима можете не расстраиваться. Я думаю, что с Джимом я вернусь, и может быть даже на первый PlayStation. Я посмотрю, где там. Там точно пароли можно вводить. И возможно я с Джимом еще вернусь. Я его не забуду. Просто я сам в шоке. Мне почему-то казалось, что там можно парольницу использовать. Вот как-то оказалось. Оказалось то, что оказалось. Он даже на досе можно было вводить коды. Может быть даже я с досом версии. Я посмотрю. А, что ж я так сморозил-то? Ну, я лоханулся, он прям словил мое лашпетовство. Нет, Колян, там возник прикол с Джимом такой, что... Короче, там пароли нельзя вводить. Они сохраняются типа как чекпоинт, и все. То есть, когда ты выключаешь приставку, все, привет. Так что... Как-то так-то мы без... Точнее, к Джиму мы еще вернемся, но, видимо, не на SNES и потом. Да я сам в афиге от такого поворота. Потому стрим, скорее всего, с Джимом будет удален. Вот, но нету смысла его сохранять. Вот, а сегодня мы вот празднуем 30-летие Mortal Kombat. Затыкивая Шаукана всякими непотребствами. Все. Кех. Я посмотрю еще на досе, можно ли вводить коды. По-моему, можно было. Или я с первой частью... Ладно, я проверю. На досе я его тоже проходил. Геймпад там видится нормально. Можно его подудосить.
Но я чувствую, мастера мы сейчас пройдем тоже. Угу. А, Никитос, а ты не подскажешь такую вещь? Я все время задавался вопросом, но ты ее по-любому знаешь. В трилоджи, а какой из сокровищ Шаукана нужно выбрать, чтобы посмотреть, как на сешке все фаталити, бабалити, все-все-все-все добивания? А то я каждый раз вот здесь как раз тыкаюсь и не знаю, что выбрать. На сешке это черепок был, а что здесь? Сейчас послушаем, может, Никитос нам подскажет. Он по-любому знает, я уверен. Так, ну за час фактически мы прошли две башенки. О, Никитос сейчас не вспомнит. Ну давайте крайнюю выбирать постоянно. Вот сейчас там что там. А вот, демонстрация фаталити 2. Давайте немного куранем. А какая же первая тогда, интересно? Помахать тут шляпа о, светится. Кунлао. Они что? А тут, походу, демонстрация вся на одной локации, что ли? Вот это они что-то подэкономили. Потому что на сешке, я помню, каждая демонстрация была на разных экранах. И тут звезды красные, а там как на сешке. Все, что ли? А почему-то не... По-моему, это не все фаталити были. Что-то как-то... Ну, в смысле, все вторые фаталити. Ну, тут же фаны надо загружать. Нет, понятно, что надо фаны загружать, но это ж ПК-версия. Она вся ставится на жескаче, это просто переключение по файлам, это ж не запуск с диска. Даже если оригинал брать... По-моему, там с диска читались только музыка читалась, если я не ошибаюсь. А это гоговская версия, там как бы, ну понятно, что это как бы адаптация оригинала. Так, ну что, пробуем третий столбец. Мастер, да? Сейчас мне начнут чую навтыкивать просто люлю. Потому что я такой мастер. Ой, какой. Просто замечательный. Хотя, может, сейчас сам себя испытаю. Я мастер, по-моему, никогда не играл на мастере в трилоджи. На сешке играл на мастере. А вот в трилоджи нет, по-моему. Там же два мастера. Мастер и еще один мастер. Но они все здесь жесткие, вот эти вот персонажи, которые из первой части. Вот что Кана на харде, что Рейден. Они как бы тут вообще жопу рвут по полной. Надо еще будет попробовать сеговского червяка. Там можно ли, интересно, пароли вводить? Или там тоже это как чекпоинты просто? Я так-то был уверен, что лучшая версия для PlayStation. Это безусловно. Вот. Но теперь я только укоренился. Точнее как, мне там не нравилась некая пожатость. Я в ней видел пожатость. Но все равно как-то... Скажу так, дружелюбнее, мне кажется, версия для PS2. На Сеге нельзя. О, ну и приехали. Короче, остается проверить сеговскую версию для DOS-а и версию для этого, для PS1. Просто есть у меня сомнение, что DOS-версия это тоже отчасти порт с чего-то. Ведь известно, что лучшие тогда консольные версии, они на ПК портировались, как, допустим, тот же Jungle Book под DOS, это Jungle Book Sega. Или тот же Король Лев, он тоже Sega. Ну,
понял, так что я еще чекну. О, no. Китана wins. Fatality. Попробуем с Джакса поиграть. Это самое смешное, у меня Джакс был любимым персонажем, но я за него так и не научился играть нормально. Это прям вот. Хотя он был одним из первых персонажей, за которых я научился фаталити делать. Самым первым был Кун Лао, вот это YB, YB вниз. Вот. А потом Джаксон YB, YYC, по-моему, да, нога это. Если я не помню правильно. Ну что, за гору поиграть, что ли? Понятно, что это снизит, как сказать, рейтинг моего мастерства, но все-таки. Просто позырить. Как-то. Он вообще не поворот. По сравнению с Кентаро, он какой-то. Какой-то он тормозный. Кентаро быстрее гораздо. И но он, хоть он ногу поднимает. Тот как-то рывком это делает. Победил, смотри-ка. С Mortal Kombat, кстати, тоже много совпадений в моей жизни связано. Я говорил, что я аркадный автомат, допустим, по первому Mortal Kombat в Сочи видел. В 98-м, но видел. И для меня это прям... Но опять же, я тогда тоже к этому отнесся, типа... Блин, ну как на сешке. Хотя если подойти поближе посмотреть, то совершенно не так. Я понимаю, что я сейчас вот это сказал, и может быть для тех, кто в самом Сочи жил, это вообще не новость. Вот, но для меня это вот тогда бы... Нифига, Джакс тоже тут оборзелый какой-то. Причем я понимаю, что я не знаю, как он туда попал. Вот. Но так, если мозгами пораскинуть, то есть на тот момент это уже достаточно устаревшая вещь была. Ну, в смысле, аркадный автомат для Mortal Kombat, да, в 98 году. Если я правильно помню, последний аркадный автомат по Mortal это как раз четверка. И уже тогда он был. Это как я МК-1 на информатике увидел, подумал, какие квадратные персонажи. Ну, типа, да. Опять же, я скажу, может быть, это было из-за того, что в том же помещении, вот где стоял этот аркадный автомат, там был книжный лоток, и был отдел, вот та самая знаменитая фотка моя, которая гуляет по интернету, вот, где я сижу, как раз играю в Mortal Kombat Ultimate на Mega Drive. Это вот как раз в том же помещении сделано, где и стоял этот аркадный автомат, только в другом. Это как бы какой-то некий, не то что торговый центр, а ну, такая, такой, огромный, как это раньше, универсам, что ли. Вот, потому что Сочи 98-го года, это не Сочи 2020-го и даже не 2010-го. Вот. Мы когда там отдыхали, я не чувствовал, вот как, знаете, какого-то, как сейчас вот едешь в крупный город из провинции, да, допустим, сразу понимаешь, что ты в каком-то огромном городе, да. Мы тогда приехали, я помню, я вообще не почувствовал этой крупности. То ли я слишком маленький был, недопонимал, вот, то ли еще чего-то. Ну, я не помню, чтобы для меня Сочи был каким-то громадным городом на тот момент. Вот... Все мои тогда впечатления, это как, допустим, так он и остался для меня лучшим санаторием. Светлана,
Вот это не реклама, это мнение по жизни. Ну вот, он и сейчас существует, как бы. Ну, цены там, конечно, большие, но он существует, как бы, и они ухаживают. Он не знаете, как мы потом поехали через год в другой санаторий. И он был, ну, реально по лекалам советского периода. Я там даже пошел, там, типа, я, по-моему, рассказывал эту историю, в кинозал. Вот, я не знаю, существует сейчас этот санаторий «Зори России». Это уже был 99-й год. Ну, и я пошел в кинозал, мне было просто дико любопытно. Ну, и там показывали, как этот фильм со Шварценеггером? «Геркулес в Нью-Йорке». И показывали еще с катушек. То есть, видимо, когда-то это давным-давно купилось и вот показывалось. И, на удивление, кто-то пришел это смотреть еще. Немного людей, но пришли. А это, на минуточку, 99-й год. Уже, в принципе, можно сказать, что это закат такой VHS-эры. Ну, потому что, по крайней мере, как у меня отец покупал VHS-ки, допустим, когда у нас видак в начале 90-х появился, и как он их покупал в 90-х, в конце 90-х. И знакомые у нас не сильно, я только вот одни знаю, но они в основном детям, ну там, мультики новые покупали и прочее. Буквально в паре семьях, да, там еще как-то активно там пытались что-то мутить. Но в основном Disney я там видел у одних. Ну вот, у соседей Disney был, у одних там друзей семьи, они там, да, вот, там у них какие-то всегда интересные мультики новые были, допустим, «Мумии» был такой, тоже непопулярный, его потом по ТВ-3, по-моему, показывали, этот мультсериал. У них я впервые увидел. Потом, что там еще было у них? Но это не новый мульт, это старый «Супермен» Флейшера, который на ротоскопировании сделан. Тоже я у них впервые увидел, и мне прям чудно было, как можно добиться такой плавной анимации. Ну, я, конечно, тогда не особо шарил, но я тогда прям обратил внимание, что прям, ну, очень плавненько. Робокопа я у них вот этого старого увидел. Не тот, который у нас по ТВЦ показывали потом, а старый Робокоп, забыл, как он правильно назывался. Ну, вот. У них такие, ну, там как-то вот они пытались... Да и фильмы у них в той семье были интересные. Иногда брал там 101 «Далматинец», они мне давали посмотреть. Вот. Что там еще было? Что еще было? Под конец 90-х перестал батя покупать кассеты. Я начал записывать, покупать там, ну все. Тогда как раз мы с кумом начали ходить. Еще являясь школьниками, начали ходить на рынок. Ну, хотя это не конец 90-х, это уже начало нулевых было. Ну, вот Колян пишет, у меня кассета на VHS на 4 серии есть, «Мумии», тоже вспомнил. Но он какой-то такой. Я так понял, он особой популярности не заимел и кончился относительно быстро. Ну, вот. Я его пробовал, ну как, уже в зрелом возрасте пересматривать, и это точно не «Пираты темной воды». То есть, ну, мне было неинтересно. Как-то грустненько. Не заинтересовал, как «Черепах» пересматривал. Да я так понял, потому и центральные каналы никто его не покупал. То есть, его купили, вот ТВ-3, да? Быстренько его показали, и все. Это как в свое время ОРТ, оно покупало вот эти сериалы, которые, я так понял, не очень-то и популярность заимели. Допустим, что там шло? «Чудовищная сила», да? Как бы он мне не нравился, не нравился, а нравился. Вот, он, ну, он короткий, его всего 13 серий, то есть его сделали для продажи игрушек, и все. То есть они заработали на нем баблишки. Причем он настолько непопулярен, что у него как-то... Ну как, не популярен. Они как-то его странно издавали, американцы. Я когда задался, ну, вопросом, хотел его купить за рубежом. Он стоил конски. Но и задался вопросом, как же его издавали. Там как-то было сначала одно издание, издали только первый сезон. Второго так и не издали, а потом издали сразу два сезона. Вот я не знаю. То есть это как бы подчеркивает, что, видимо, первое продали... Поняли, что это он нахрен никому не нужен, и, видимо, еще раз переиздали уже, ну, полностью.
Ну и как бы обычно по таким вещам, которые очень популярны, да, обычно выпускают игры, да, середина, ну, середина 90-х вообще. Ну и по «Чудовищной силе» не было никакого мультсериала, насколько я знаю. Ой, мультсериала, игр. Хотя там плацдарм просто космический. Для фантазии, да, и для, ну, вообще для игры. Не сделали, печально. Так и мумии. Мумии слабоваты. Я заметил, он здесь не пытается троллить. Обычно он такие дыры делает. Ну, в смысле, для атаки. Чтобы, ну, пока троллит, можно его атаковать. А он здесь вообще не троллит. Он прям забивает просто в угле. В углу. На первом мастере. Вот. И таких мультов на самом деле куча. Тот же, как он назывался, Монстрик или как он у нас? По-моему, Монстрик у нас его называли. Про этого плюшевого. Плюшевую игрушку, на которой наручники какие-то магические были одеты, а когда и снимаешь, он типа оживает. Тоже по Первому каналу шло. Мне там как раз всегда нравился велосипед, к которому люлька привязана. Мы тогда с сестрой, с двоюродной, ну, бабушки, проводя время в деревне, мы всегда мечтали о такой приблуде. Хотелось, чтобы... Такая у нас тоже была. Одного удара не хватило. И таких мультсериалов до хреновой тучи. Команда скелетов вот у меня у кума была, он меня познакомил, причем уже познакомил в зрелом возрасте. На VHS у него была команда скелетов. Тоже он там, по-моему, 13 серий, тоже ради серии игрушек. Не путать, это Skeleton Crew, допустим, на... Сешки, да, она не связана с ним. Там тоже как бы персонажи скелеты, но они не связаны. Мультсериал с этим. По-моему, игра вот на PS1, она как раз, по-моему, по мультсериалу. То есть много таких нишевых вещей, которые наши каналы просто, ну, покупали. Просто так. Я, допустим, до сих пор не понимаю фетиша на перезагрузку сериала. Мне он что тогда не нравился, что сейчас. Он какой-то, ну, реально был. Тогда еще это не было мейнстримом, но я уже тогда предпочитал анимацию компьютерной графики. Трансформеры, которые Beast Warriors, они тоже были как бы страшненькими. Оно какой-то мешаниной отчасти смотрелось, вот я так вспоминаю. Маска мне нравился, мультсериал, но вот он навряд ли он малобюджетный, точнее как малосерийный. Там 50 что ли серий или что-то, ну он... У нас его на ТНТ показывали, насколько я помню. Но тоже его почему-то никто не перекупал, там, как тот же Sailor Moon, которая там шла где ни попадя. Блин, чуть-чуть оставалось. Вот. А наш Sailor Moon на ТНТ и на 2x2 шла. Где ее только не было. На польском телевидении я ее смотрел. Ну, понятно, что к русскому не имеет отношения, но все же. Вот. Попытаюсь сейчас еще раз играть за Sub-Zero. Вот, да, Маска 5 сезонов, 54 серии. Но вот можно сказать, что он популярный. Правда, опять же, на чем он держался, непонятно. Фильм вышел, все. Но Маска, опять же, вот сейчас... Она очень сильно расширяла вселенную. Она не топталась. Там новые персонажи. Что там, один Преториус чего стоит. Вот. Ввела Волтера, наконец-то, который в комиксах был, но его не было в этом фильме. Три сезона. Ну, в любом случае, это много. То есть она, Маска, продержалась. После фильма еще сколько прошло. Маска годнота, я считаю.
Она очень сильно реально расширяла вселенную. Прям очень. Там персонажей новых. Прям... Ого-го. Причем новых, даже если не брать Уолтера, ну Уолтер, он из комиксов, да? А именно взять остальных... Вот, то там просто космическое число персонажей, ну как, для мульта. Там какой-то был повелитель сновидений, что ли. Преториус, чувак, который надувался и взрывался. Вот это первое, что... Просто у нас почему-то в городе ходили кассеты в основном одни и те же с маской. Вот у меня один сборник... Ой, бля, я думал тут фаталити. У меня был один сборник, а у Кума другой. Я не знаю, какие-то сезоны... Я не помню. У Кума была там еще серия. Там была такая подборка с этим. С когда доктор, этот психолог, маску одел. Это знаменитая фраза. Ипкикиус Маскозиус. Вот. А у меня, по-моему, маска сестра была. Серия вот про чувака, который надувался. Ну, это, наверное, первая половина. Серия, ну как, не то, что первая половина. Там трехчасовая кассета была. Соответственно, там серии 9 где-то, может, было. Так что... Ну вот, ну у Кума вот другая кассета была. Я же говорю, Кентар, он гораздо шустрее. Почему я Гора победил? Потому что... Он медленный. Сильный и медленный. Вот. Ну что, попробуем. Будем играть последний столбец. Давайте голосуем все, кто есть. Или хватит? Столбец чемпиона будем играть. Еще я вот вспомнил. Как раз про МК, а у кого же я это брал? А, это у ребят, по-моему, я у соседей брал. Приключение начинается, обалденная вещь тоже. Сейчас ее срут за то, что там, типа, бои сделаны в 3D. Вот. Типа, оно кривое, косое, но тогда это вообще взрывало мозг. Здорово, здорово. Вот, говорит, можно закончить, Никитос. Давайте попробуем все-таки. Не, пивко я не пью. Принципиально. Не люблю пиво. Воду. Давайте все-таки последний попробуем. Да, воду. Сейчас, если туго пойдет, бросим. Хорошо, будь по-вашему. Но давайте сначала попробуем. Моя бабушка говорила другую замечательную фразу. Кто пьет пиво, тот сыт криво. Не знаю, мне нравилось. Приключение начинается, вообще мне нравилось. Дичью нам казалась книга. Вот эта Джеффа Ровина, которая у меня до сих пор есть. Которую мне тетка через каталог заказывала еще в 98 году. Вот она реально казалась дичью. Там какие-то... Какой-то панку, какие-то боги. Что происходит? И вообще. Там сколько-то персонажей-то было. Скотт наплакал. Кто там был? Люканг. Соня, по-моему, Кана. Они его что-то преследовали. Скорпион был. Причем там какая-то лютая... Рассказ Скорпиона, как он духом... Как его убили, он переселился в тело... Сына, что ли? Нет, сегодня только МК. Сегодня
юбилей отмечаем, 30-летний, играя в трилоч. У меня правило, один стрим, одна игра. Иногда, конечно, бывает исключение, но это очень редко. Да, спасибо. Тебе тоже. Сейчас, может, быстро пробежимся, ребят, поэтому. Ну, я представляю, тут, наверное, Шаокан просто адский будет. Губит людей не пивом, напомню. Губит людей, ман. И махать я сразу вспомнил этот демотиватор. Там губит людей не хэви, губит людей попса. Что-то вспомнил. Классный фильм не может быть вообще. Ну что, или не будет. Да это, в принципе, дичью была. Вот мы с Никитосом вспомнили за мультсериалы. А, как оно, господи, этот мультсериал, который тоже сколько там, 13 серий, который у Никитоса как раз в коллекции от Викинг Видео. Как он назывался? Защитники Вселенной, да, по-моему? Блин, но он тоже ж дичь. Да, она более каноничная дичь, которая пытается соблюдать, но это же не Mortal Kombat. Я как... Да, Защитники Империи, Защитники Вселенной, я сказал. Хотя, Вселен... Там Realms, по-моему, Defender of Realms. Ну, Империи, пофигу, пускай. Мы поняли друг друга. Вот, она более каноничная, но, как бы... Все равно. Я когда увидел, я вообще подумал, что мне там не все приснилось. То есть это она у меня кассета, которую вот первый раз увидел, она мне так и досталась после закрытия проката знакомого. Вот, она у меня так и лежит. Вот. Деградация, да. Причем меня, помню, расстроило то, что я как бы... Ну, я привык на пиратках, что там, да, вся там трехчасовая кассета, она под завязку забита мультиками. Вот. А здесь мне эта кассета досталась, а там то ли 3, то ли 4 серии. Я такой думаю, вы что из меня дебила делаете? Как так? А еще больше я стал негодовать, когда узнал, что там всего 13 серий. То есть, если так взять, серия 20 минут, да, 10 серий, ну можно, 10 серий это 200 минут, там практически можно было вместить все 13 серий на 4-часовую кассету. Но я понимаю, что 4-часовую кассету, кстати, я вот не знаю, как у остальных у вас было в регионах. А у нас вообще редко встречались 4-часовые кассеты. То есть это либо человек сам покупал и как что-то там переписывал, да? Либо это использовалось только, ну, вот у операторов, кто свадьбы снимал, там, какие-то продолжительные мероприятия. Вот. Я за свою жизнь, по-моему, встречал 4-часовую кассету один раз. Бабушка когда-то у кого-то взяла, короче, кассету с трилогии на тот момент. Я сейчас не знаю, три их фильма, меньше, больше. С трилогии... Господи, «Трудный ребенок». Там я как раз и посмотрел впервые третью часть. То есть я так понимаю, что, скорее всего, там как раз была 4-часовая кассета. Потому что, по-моему, первые и вторые части, они идут где-то 1.5 часа. Вот, то есть там то ли на 4 с чем-то, я тогда обалдевал. Вот. Это была единственная кассета, в которой я увидел 3 записанных фильма. 3! Это прям вот, я помню, тогда меня, я так думаю, я никогда такого не видел. Ну как пираток, понимаешь, пираток не те, которые вот продавались уже в начале нулевых или в конце 90-х. Это вот был как раз 96-97 год, когда просто были кассеты, на них лембочка была наклеена, и все. То есть не было никакой полиграфии, ничего.
Вот мы за маской так ходили. С батей, я помню. Пришли, там просто такой развал. Коробки и просто так тык-тык-тык-тык-тык-тык понатыкано. Тогда даже ни кадров, ничего не было. То есть просто наклеечка пропечатанная красиво, да. И все, и там маска, мультсериал. Серии от балды-то, ну, количество серий 1-10. Все. Вот, это не... Это уже совершенно другой период, когда пираты начали косить под лицензии. Когда там полиграфия появилась у кассет. Это уже другая совершенно эра. А это вот я помню отлично. Это год где-то 97-й был. И мы ходили, вот он мне батя покупал. На двух ВХС у него, скорее всего, наверное, режиссерка была. Потому что она там идет какое-то невменяемое количество времени. Ну, я говорю, я видел один-единственный раз вот такую кассету с тремя фильмами. Это прям взрыв мозга. Как бы. И я так подозреваю, что, возможно, она... Я не знаю, у кого бабушка брала ее. Но она еще тогда работала. Вот. И вполне возможно, этот чувак просто сам писал эту кассету. То есть он, может, там, взял у кого-то эти там, два фильма, потом добил просто. Но это вот единственный раз. Прям, ну, я больше такого никогда не видел. Махать нас крошат, пацаны. Хоть Шауканом играй. Я знаю, я сейчас четырю по-черному, но... Отчасти я исполняю мечту детства, поиграть за боссов. Именно в режиме лестницы. Просто у нас история пиратства, она всегда делится. Вот. Нету какой-то единой истории. Точнее, как, не то, что единой. Делится в смысле на... Какие-то эпохи, скажем так. Пиратство на VHS, это, да, сначала одноголосые переводы, потом переводы... Переводы и оформление кассет уже с закосом под лицензию. Вот. А последняя эпоха, это когда брали уже с DVD, просто переписывали. Причем даже не стесняясь. Вот у нас был магазин такой, 3X. Там прям пацаны, я помню до сих пор эту замечательную картину, прихожу, а там, по-моему, то ли второй резик, ну, он с диска запускает, естественно, скорее всего, эта пиратка просто переписывалась на VHS. Вот. Он прям запускает, сидит, жрет прям палку колбасы в руках, там здоровый такой чувак сидел, не толстый, а именно здоровый, у него палка колбасы, он сидит ее откусывает, вот. И просто с DVD перегоняет на VHS. Это можно было делать. Я даже у себя так делал. Просто сигнал с тюльпанов передается на видак. Вот, мы так с кумом делали. И пишется вообще в легкую. Чую, мы сейчас на этом и закончим. Вот это была последняя эпоха. У меня даже VHS-ка, пиратка с резиком, которая есть. Там, короче, в чем прикол? Начинается, кассету ну, запускаешь, и там прям эпизоды, выбор эпизода. Я помню, когда включил первый раз кассету, думаю, не понял. А как можно на видаке эпизоды выбирать? Вот, и вот есть такая у меня тема. То есть она записана. Надо еще тогда понимать... У меня таких несколько случаев было. Пираты, я вот помню, по крайней мере, на примерах Людей Икс вторых и Людей Икс третьих, они прям быстро пытались новинки как-то, ну, выпустить на VHS. Вот я помню, когда Люди Икс вторые вышли, я бегал на рынок узнавать, ну, появилось ли или не появилось. И пиратка, ну, как... Они прям подавали это со стереозвуком, со всеми типа делами. И вышла она тогда буквально в течение 2 недель. Люди Икс.
Да, сейчас нормальные люди релиза ждут по полгода, да, а это прям за 2 недели. Причем он прям уверенно, этот мужик, говорил, в течение 2 недель будет, и через 2 недели я их купил. И это, скорее всего, была тоже какая-то, ну, более или менее экранка, потому что экранки на VHS всегда смотрелись неплохо. Вот. Не так, как потом они смотрелись в цифре. Вот, и в течение 2 недель в легкую появились. Люди Икс, я помню, третий, ну, который Last Stand. Я вышел из кинотеатра, зашел тут же в магазин и купил себе пиратку с экранкой. И она у меня, кстати, до сих пор в коллекции есть. Ну, как коллекция, оставшаяся с тех времен. Вот, то есть пиратки у них... Но это уже не на VHS, это на DVD было. Люди Икс вторые были на VHS. Вот. Я помню, как... Друг мой Серега, он приходил ко мне как-то 2 недели подряд. Я в субботу после уроков, мы с ним собирались. Первый день мы с ним, первую неделю, по-моему, мы с ним смотрели первых Людей Икс, а потом я купил вторых, смотрели вторых. Ну вот, и потом мы расходились. Он ехал к бабушке, а я тоже к своей бабушке уезжал. Так что пиратство — это такая вещь, тоже отдельная тема для разговора. Для отдельного подкаста. Так что, пацаны, такие дела. Всем. Всем такого замечательного времени пребывания в 90-х, когда... Я не скажу, что Люди Икс смотрелись плохо. Я вот помню последние пиратки, вот, которые были. Допустим, я помню, как в 5-м году, по-моему, или в 4-м, «Чужой против хищника» самый первый вышел. Я его взял, посмотрел, но он был очень темный. Вот единственное, вот в чем грех был этих пираток, они реально темные были. «Халка» я так смотрел, там был эпизод, когда он ночью с собаками бьется, там вообще ничего нельзя было рассмотреть. Вот. Вот темнота, это, конечно, у них было зло. Так вот. Я посмотрел, вроде как бы ничего. Темно, но ничего. А потом мне батя говорит, он очень любил вселенную Чужого. Вот. И он как бы потом, он обычно ночью смотрел. Почему-то ему нравилось именно ночью смотреть кино. Но это, видимо, остатки кабельного телевидения. У нас был местный кабельный канал. И там ночью в основном все классные фильмы показывали. Там всякие «Смертельное оружие» там и прочее. И он мне потом... Ну, типа такой, что-то мы с ним разговаривались, он говорит, блин, что ты купил, там сплошные головы. Я такой, какие головы, не понял. Он говорит, ну, головы из кинотеатра, пересмотри. И он мне прям, сели с ним, он включает и начинает показывать прям момент, и реально там головы такие, дин-дин-дин-дин-дин. И вот это, наверное, первая пиратка такая херовая, которая бы реально была с головами. Интересно, Никитос пишет, когда я купил последнюю ВХС-ку, в 3-м году точно покупал, а в 4-м появился комп, и, наверное, уже все. Не, у нас дольше этот период был. Я последнюю VHS купил... Блин, а какое же это было? Это либо Резик второй был, либо Джейсон Икс. Что-то из этого. Но это тоже... У меня как бы, когда привод появился... Я еще VHS я активно смотрел, когда на компе не было DVD-привода. Ну вот. То есть я там... Что там? CD-шки были, да, ну там. Плюс мне еще не понравилось то, что на компе, когда я посмотрел, 3 икса. Компьютер ко мне приехал, и там сразу ребята 3 икса мне залили. Вот. И когда я 3 икса посмотрел, мне не понравилось, что там пикселизировано. Ну, понятно, да, как бы фильм ужат, и как бы нету такой гладкости, как на VHS я привык, да, изображение. Вот. И я еще потом долгое время фильмы записывал. Из того, что я записывал, я помню точно, «Человек-слон» я записывал с культуры. Вот. Потому что я уже знал, что это за фильм. Я его с отцом по ТНТ смотрел еще за год или за 2 до этого. И «Могучих рейнджеров» полнометражку, помню, записывал. Вот. А вот, наверное, полностью отошел году, наверное, в 2005-м. Мы «Привод» как раз купили весной. DVD-шный. Первый мой. Вот. Причем мы то вообще смешно его купили. Мать ездила в Москву.
И купила там, значит, ну, батя ее попросил, типа, что тебе привезти? Ну, привези мне, типа, фильмы про чужих. Она ему купила, естественно, наша женщина не особо разбирается. Вот. Она ему купила, значит, ну, там, 4 в 1, 4 части «Чужого». Ну, и батя такой, давай смотреть. Я говорю, так это же DVD, а что, нельзя смотреть? Я говорю, нет, нельзя. И он такой, ну, вот тебе привезла, не, смысл, говорит, от этого. И потом мы как-то быстренько купили сначала привод, а потом купили этот... DVD-проигрыватель, который до сих пор целый, до сих пор вот жив у нас стоит. Ну вот. И, короче, как-то вот так. И где-то с 5-го года все, вот VHS как бы у меня начало... А хотя, опять же, как? Я еще у нас тогда на Евроспорте рестлинг показывали, я еще 5-6 год его писал на VHS, и потом через тюнер его кодировал, значит, на комп. То есть это где-то 6-7 год я еще VHS пользовался, вот я еще лукавлю. Вот, а в 7-м уже полностью, тогда его бросили, по-моему, рестлинг как-то показывать, и Impact, TNA Impact Wrestling, вот. И да, в 7-м все, вот я уже полностью, плюс локалка появилась, из локалки можно было выкачивать все, что хочешь, и как бы, да, вот, наверное, в 7-м уж точно все. Так что... VHS эра, да, для меня как-то... Может, для кого-то поздно, потому что в 7-м году уже Blu-ray появились первые. То есть в 6-м стандарт вышел, и начали уже фильмы выпускать на Blu-ray. Вот. И, соответственно... Махать он быстро этот огонек выпускает. Так что как-то так-то. Пацаны. Ну, у нас зато тогда... Да и тогда, если честно, и DVD в 7-м году я уже перестал покупать. Опять же, из-за локалки. Вот. DVD я прям жестко начал покупать. Вот 5-6 год. Нет, 6-й нет. 6-й я уже начал брать. А вот в 5-м я их покупал прям тоннами. Ну как тоннами. Я старался, чтобы там много фильмов было на одном DVD, что играло со мной обычно плохую шутку. На телеке они смотрелись нормально, на компе они как жопа мамонта смотрелись. Я до сих пор, у меня этот сборник есть со Шварценеггером фильмов, 10 в одном, по-моему, двустороннее. И там разрешение, если на комп поставить, ну, на компе проигрывать, 320 на 240, это просто ад. На телеке это еще более или менее, но обычном старом телеке. Вот. А на этом, ну это ж жопец. Вот. Как бы. Но тогда пиратка была везде, даже в этих магазинах. Типа MVideo, Eldorado, она тогда реально везде была. То есть... У нас вообще, я не знаю, я не интересовался, правда, тогда лицензией. Но у нас купить лицензию, по-моему, это было что-то невероятное. Я не знаю, где ее даже можно было взять. Игры, в принципе, я знаю, где можно было взять лицензионные. Вот. А фильмы нет. Вот, фильмы реально не знаю. Хотя я был в одном, ну, магазине. При мне мужик говорит, а где здесь лицензия? Ему его там отвели, показали, но я очень сомневаюсь, что это была лицензия. Вот. Потому что большая часть в магазине была пиратка. Там как-то лицензия CD стояла в начале. И то у меня есть сомнение, что было, ну, точно. Вот, ну, короче, сомнения у меня берут полные. Ну. Пиратки тогда было навалом. Я тогда как раз нашел эти... И очень был рад. Нашел мультсериал, там то ли 70 серий было. «Настоящие охотники за привидениями», я помню. Меня аж порвало. И, а причем прикол был в чем? В этом магазине была тарелка. И был там как бы отдел, ну не отдел, а ну, такое помещение за дверью, я его называл. И там, видимо, чуваки просто делали сатрипы, и их потом писали на DVD-шки. Ну, то есть это тогда тоже такие пиратки были, которые записаны там с тарелки. Ну, это еще не ничего, это цифра как бы, это неплохо. Это гораздо лучше, чем это был бы какой-нибудь комприп,
да, там, или еще что-нибудь. Ну вот. Так что. Тогда пиратка просто уехала на DVD. По крайней мере, у нас в городе. Сейчас попытаюсь запинать, добить, а то уже почти до конца дошли. Вот. Это сейчас можно сказать, что пиратка мертва, она вся там на торрентах, да, зависла и прочее. На носителях сейчас фактически пиратки нет. Да и потом началась же вся эта прям борьба почему-то. Откуда она пошла, я не знаю. Прям лютая борьба с пиратством. Вот. И тот же магазин, вот, где я говорю, покупал, где писались диски сатрипные, где писались эти... как их... где я настоящих охотников за привидениями покупал. Тоже этот магазин попал под удар. Но я считаю, пиратку на DVD убил интернет широкополосный. Вот реально. Как только начали появляться безлимитные тарифы, более или менее вменяемые, пиратка на DVD начала отходить. Прям жестко отходить. И помню, как-то вот в том же магазине, который я сейчас упомянул, мы приехали чуваку купить там Guitar Hero на день рождения, подарок. Скинулись, решили ему подарить. И мы пришли, и там половину магазина отдали под бытовую химию. Я говорю, а что случилось? Он говорит, да все, говорит, интернет нас типа победил. Девочка, типа, вы нам, говорит, премию, говорю, прибыль сделали сейчас, говорит, вот этой покупкой, а мы ее купили за 5000, по-моему, Guitar Hero или что такое. Это был, я не помню, 11 или 12 год. Ну вот, вы нам прибыль, говорит, сделали за неделю. И я такой, 5000 за неделю, что это вообще не прибыль. Вот, говорит, у нас никто уже давно ничего не покупает. И вскоре этот магазин и закрыли. Он просуществовал, сеть магазинов Music Star. Я не знаю, была она в других городах. Он просуществовал, вот не соврать, лет, наверное, 6 или 7. Вот. Но, правда, под конец там лютая какая-то пиратка была, прям, ну, невероятная. Какие-то моды на GTA записаны, там, вот, в плане игр, там, одна херь была. Последнее, что там, я помню, у меня знакомые покупали, это... этот, господи, как его? Резик 6. Но он, правда, с активацией в Steam был, все как надо. Вот. Вот это я помню. А потом... все. Просто интернет победил. Если бы пиратки были качественные, то, может быть, они бы и выжили. Но они же реально под конец стали просто дичью какой-то несусветной. Просто хероборой. На них смотреть без слез, ну, нельзя было. Плюс вот эти записи, ТВ-рипы, когда писались. Вот у меня пиратка сейчас стоит. Я Никитосу как-то скидывал видео, как я Twin Peaks смотрю. Вот, пиратка Twin Peaks'а. Я перед сном иногда смотрю какие-нибудь серии, перебираю. Вот здесь, короче, 30 серий, оба сезона. Один пилот здесь в одноголосом переводе. Потом сам сериал, по-моему, с РТР записан там. И есть какие-то промежутки с Первого канала еще. Там, короче, какая-то дичь. Вот, и тоже я на радостях его покупал. Помню, бежал, сломя голову. Потому что не было альтернативы. Вот. Ну вот. Лежит у меня. Тоже. Можно сказать. И тоже он, кстати, куплен в том же Music Star. А покупал я его, по-моему, в 2006 году, кстати. Да, в 2006 году. Я тогда в 5-м... по Рамблеру показывали Twin Peaks, еще был этот канал. Вот. И... и, короче, я записывал с Рамблера.
Supreme Demonstration. You reward the party. А, вот сейчас, наверное, все фаталити будут. Ну, давайте пока по базаре. Вот. И я по Рамблеру записывал, но в маленьком разрешении. Комп уже на 2006 он слабенький был. Вот, с разрешением 384 на 288, я, по-моему, писал. А потом место кончилось на винте. И, короче, я все это дело бросил. И вот купил, значит, вот этот вот дисочек. С 30 сериями. Он двусторонний, кстати. Никитос пишет, у меня пиратка Twin Peaks на трех DVD с такими же разными переводами. Нужно на трех дисках. У меня нет, у меня вот двусторонний. И качество там паршивое очень даже. Вот, так что... Как-то так. Ну вот, прошли мы все. Я, конечно, понимаю, что я там не показал каких-то супер-мега умений. Но мы классно посидели, пообщались. Вот. И прошли Mortal Kombat Trilogy. Все столбики. Криво, косо. Но прошли. Вот. Так что... Как-то так. Ну, вот это шестой год. Пиратка шестого года. Я не знаю, есть тут какие-то... Что-то написано язык английский, русский, но английского там, естественно, нету. Разрешение 16 на 9. То есть они где-то эту плашку сперли. Просто отредактировали ее, вставили. Но у нас, стоит заметить, у нас еще были диски, но у меня их, по-моему, не осталось. Пиратки в одноголосом переводе Twin Peaks, но современный одноголосый перевод. Там, по-моему, в том же Music Star, а эти диски с Twin Peaks, их не было в продаже, но они были в прокате. Я их брал в прокате. То ли два диска там было разных, на каждом диске по 4 серии, то ли 3. То есть 12 серий, по-моему, там было. Что-то такое, по-моему. То ли, по-моему, два диска все-таки. И на каждом то ли, по-моему, то ли по 3, то ли по 4 серии. По-моему, по 4. Вот. И был они были достаточно качественные, хоть и с одноголосым переводом. Я даже сначала думал, что это лицензия. А потом уже посмотрел, что у нас не существовало просто на все лицензии по Twin Peaks. И понял, что это просто хорошая пиратка была. Все-таки пиратки были хорошие. Были, помните, там всякие издания от Киномании, когда там издание «Восставшего из ада» в коробке, в такой, в кубе, как вот головоломка Ля Маршана. Вот. Были такие красивые издания пиратские, под заделанные, практически под лицензию. Ну, вот. Знаете, как у нас админ у нас говорит. Есть хорошие китайцы, а есть плохие китайцы. Так и пираты. Есть хорошие пираты, есть плохие пираты. Вот. Так что тут то же самое с DVD, я считаю. Потому что были и пиратки, допустим, один фильм на одном диске. Просто как бы, скажем так, жадность фраера губила. Хотелось больше фильмов на одном диске. Вот есть еще хороший пример. У меня у кума, мы с ним покупали тоже, наверное, год 2005. Да, 2005 мы выпускались из школы. «Кошмар на улице Вязов». Там у него на двух, по-моему, двухсторонних дисках 6 частей или 7. Или на трех дисках. Там еще Джейсон, по-моему, «Фредди против Джейсона». И там, получается, на одной стороне по два фильма. Покупал пиратские издания от Супербит, потом их пиратить стали. Супербит, помню, у них такая, как сказать, окаемка была на передней, ну вот, вот здесь такая окаемка серенькая, и Супербит было написано. Да, их потом тоже пиратить стали, кстати. Вот, да, хорошие у них тоже издания, неплохие были. Вот, и вот у Кума, значит, вот это была такая вот коллекция по «Кошмару на улице Вязов» пиратская. Два фильма на одной стороне. Качество, в принципе, довольно неплохое. Вот. А потом, короче, спустя год или два, по-моему, это был уже 2007, лето 2007, я купил сборник. На одной стороне, значит, там 7 частей или 8 частей «Кошмара на улице Вязов», а на другой стороне то ли 8, то ли 9 частей «Восставшего из ада». Там, ну, там жопа, короче. Там, ну... Оно пожато. На мониторах 4 на 3 еще неплохо смотрелось. Мы как бы посмотрели все фильмы, и нормально. Но вот недавно я пробовал, думаю, господи, насколько же это ужасно.
прям, ну, ну страшно. Вот. То есть тоже, видишь, как бы фильмы одни и те же, а издания разные. И, как бы, есть похуже, есть получше. Вот. Или, допустим, вот это One and Only, как я его называю, единственное издание, Пятница 13, вот, который у меня есть, это... Пираты обычно жопились на двуслойные болванки. Вот, а там, короче, стандарт DVD-10. Это 8 гигов на одну сторону. Или даже 10 там гигов на одну сторону. Короче, там под завязку. И там, короче, по-моему, по 4 фильма на каждой стороне. В среднем по 2 гига на фильм. Это довольно-таки неплохо. И качество там хорошее. И менюшка там такая анимированная. Классная. Вот. И больше я на других дисках «Пятница 13» не видел. Вот, и я и смотрел в итоге ее вот на этом. «Пятница 13» в других пиратских изданиях даже не видел. Но там не было Джейсона Икс. Вот это я помню прям точно. О, френдшипы пошли. Ну, теперь я знаю, что Supreme Demonstration — это самый последний вопросик в этом, в трилоджи. И останется вот теперь на память. Просто в Ultimate там черепок был. Все, конечно, было от неимения денег нашего в студенчестве. Понятно, что как бы... Покупали потому пиратки и прочее. Ты иногда просто невозможно было эту лицензию найти. Да и не разбирались особо. Жили тогда, я считаю, что сейчас и в студенчестве мы жили совершенно разными жизнями. Приоритеты, все другое было. Все-таки еще какой-то инфантилизм был. То есть... В кино ходили чаще. А сейчас вообще с кино я вот... Уже мы, наверное, в кино с Коляном не были. Я не помню, с прошлой осени, наверное, как на крестного отца сходили на юбилейный показ, и все. Потому что сейчас нечего, в кинотеатрах полностью ограничили. Там, конечно, показывают тут Тора пропираченного и прочее, но я просто не хочу за это платить, не вижу смысла. Также я могу и дома посмотреть. Предсеансное обслуживание они это называют. Это просто, я не знаю, гениально. И показывают какой-нибудь сначала зарубежный фильм, а потом русский фильм. И типа ты платишь за один фильм. Ну, короче, дичь. Вот. Так что, как-то кех-то. Ну что, ребят. Мы почти с вами 2 часа постримили. Думаю, классно провели вечер. Вот. Стрим с Джимом я, значит, удаляю. Вот. Мы еще к нему обязательно вернемся. Вот. Скорее всего, на PlayStation, чтобы не было таких косяков с паролями. Вот. Да, классно посидели. Мне понравилось тоже. Вот, так что не расстраивайтесь. Джим будет. Будет. Я проверю сейчас, прямо сейчас, вот после стрима, проверю версию для DOS. Можно ли там пароли вводить. Вот, может быть, даже Джим будет быстрее, чем мы все думаем. Вот. Ладненько, давайте заканчивать. Титры пошли. Прошли все столбцы. До следующего стрима. Пока.